Добрый вечер, друзья. Мы снова вместе. Надеюсь, вы меня слышите. Так, значит, сегодня очень интересный вебинар, потому что, да, я привык отвечать на письма, и 90% времени будет посвящено вашим письмам. Но, наконец, прошли письма, где пишут нормальные наши садоводы, подчеркиваю, нормальные наши люди. Но где-то со мной не согласны. Каждое письмо такое для меня праздник. Поехали. Ну, начал я с чего? С этой же картинки. Потому что сердце от ужаса замирает уже который год, а оно не вечное. Вот, площадка. Вот видите, вдали дома. Вот тут слева такой дом, справа такой дом. И я в таком доме живу на третьем этаже. Несколько лет площадка пустует. Где дети? Ведь их тут сотни в этих трех домах. Где они?